На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает и ценовые индикаторы в экономике, да, и дестимулирует развитие производства. И по демпферам, действительно, демпферы показали себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд. И поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам так смягчать. Но здесь надо быть тоже очень аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. И главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть все-таки понятный, прозрачный для производителей, да, чтобы они, у них были стимулы развивать производство. И это возможно только как механизм сглаживания доходности, да, высокой и низкой, но не с точки зрения бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, на мой взгляд.